Да, это вот была песня. У нас мы поем как бы на трех языках. На украинском, русском и английском. Английский я учил на улице, так получилось, за границей. Украинский был освобожден в школе от урока украинского языка, тогда освобождали, когда я в школе учился. Но я все равно сидел на уроках, слушал, мне нравилось, так, без напряжения. То есть всех заставляли, а мне просто нравилось сидеть и слушать. И потом, когда стал писать уже украинские песни, стихи, я с этим преподавателем языка, который вот на меня ни секунды не потратил своего драгоценного времени, общался, и она сказала, что вот, если бы все так ее ученики знали украинский, хотя я его считаю совсем не знаю, вот, украинский язык. Вообще язык, как бы вот сколько человек знает, говорят, языков, столько он как бы культур знает. Это, ну, вот, знаешь там китайский, значит ты богаче на китайскую культуру, знаешь там русский, на русскую, на украинскую. На английскую, на испанскую. То есть, чем больше языков знаешь, тем лучше. По этому поводу, может, как бы, вот я позволю себе небольшую смешную историю. На Крещатике стоят два полицейских. К ним подходит иностранец и начинает обращаться на английском языке, спрашивает, скажите, пожалуйста, там, как пройти. В общем, что-то спрашивают они. Они переглянулись, посмотрели друг на друга, на него. Он там на одном языке, на втором, на третьем. Там. Ну, языков шесть назвал, плюнул, ушел. Один другому говорит, слушай, Микола, да вы сяка гарна людина, скільки мов знаю. А второй говорит, да, и что оно ему дало? Вот следующая песня, она как раз вот имеет такое философское отношение к тому, как же нам, собственно говоря, с нашим временем жить. И вообще, насколько это прекрасно. Я считаю, что нет плохого времени, нет плохих нас, есть только... скажем, возможность или невозможность. И наша задача, чтобы эта возможность была, потому что все в наших руках. Итак, песня называется «Коли приходить до тебе час». Thank you.
Я позволю себе еще одну коротенькую историю, если вы не возражаете. Кстати, если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, обязательно их собирайте, записывайте. Мы обязательно в следующий раз вам ответим. Я надеюсь, мы не последний же раз встречаемся. Или последний? Не последний, все. Но просто в этот раз мы не готовы отвечать на вопросы, потому что мы волнуемся. Мы как бы еще так, скажем, молодой коллектив. Вот по этому поводу есть вот история такая. Значит, молодой режиссер, театральный режиссер, молодой композитор, оба друзья. И молодой режиссер попросил молодому композитору, чтобы тот написал для его новой постановки музыку. Тот музыку написал, они, значит, тот взял эту музыку, поставил пьесу и пригласил композитора на премьеру. И вот после премьеры они сидят в кафе, и тот его спрашивает: ну что, ну как вообще, понравилось тебе? Тот говорит: да, постановка сильная, ты знаешь, очень сильная постановка, только чуть-чуть жутковато. Как жутковато, извините, слушай, что тебе... Подожди, я что-то неправильно сделал. Говорит: нет, нет, режиссура была великолепная, вообще очень здорово, мне понравилось. Но говорит: а что жутковато? Может, свет плохой? Нет, свет был хороший. Звукорежиссер, светорежиссер, актеры. Мне очень героиня понравилась, главное. Все прекрасно, вообще очень все хорошо. Ну тогда подожди, что тебе было жутковато? Ты понимаешь, жутковато одному в зале сидеть. Судя по смеху, в зале нет. Это уже приятно. Следующая песня написана очень давно. Она написана лет 30 назад. И я вот очень рад, что этим коллективом мы ее делаем, она нам нравится, мы ее очень любим. Называется она «Города». Thank you.
С возможностями, ну, вот сейчас таких людей называют олигарх, представился, и вот стоит пред вратами и говорит: ну что, давай, открывай ворота. Ну, а товарищ с ключами открывает книгу, говорит: вашей фамилии нет. Вот как это так нет? Я там церквей построил, два поля футбольных, столько денег вам отдал, вы чего? Минуточку, я посоветуюсь. Отошел в сторонку, возвращается и говорит: вы знаете, это решение далось нам очень нелегко. Мы приняли решение вернуть вам деньги. И следующая песня написана тоже очень давно, примерно вот в это же время, когда написаны «Города», может быть, чуть-чуть позже. И тогда не было фильма «Пираты Карибского моря». Но вот когда я сейчас ее играю, все говорят: ты, так сказать, как это сейчас, украл, ну, полосплодиатил, да. Я, это не плодиат, поверьте, я не видел этого фильма, не слышал эту музыку, но просто вот получается так, что похоже. Называется песня «Перламутровый вампир».
Сердце струмом историю, это быль. Она достойна того, чтобы донести до людей, потому что поразительная ситуация. У меня есть кум, этот кум, для него 220, как для нормальных людей, 12 вольт. А как получилось дело, значит, он в своем доме копал яму. Живет в своем доме, копал яму, а сам служил в связи. Сосед с поломанными ногами на костылях сидит рядом, там они разбегаются, курят. Он копает яму и находит вот такой вот кабель. Обрадовался, говорит, это связь, я сейчас принесу, у меня есть телефон, мы сейчас подключимся там. Сейчас я поговорю с девчонкой со своей из Алматы. В общем, прибежал, принес полоскогубца, надо же плетку поломать. Полоскогубца, зубило, молоток, а этот с поломанными ногами говорит, у тебя этот, не боишься, что током ударит? Он показывает плоскогубцы. Смотри, написано 5000 вольт. Ничего не будет. Берет, значит, залазит туда, начинает бить по этому делу. Да, дело было в 70-х годах в Донецке. Жил он, значит, есть такой там район, называется Ветка. Вот он, значит, это почему сейчас важный момент. Значит, вот он начинает пробивать эту оплетку, когда он ее пробил, ну, это я цитирую его, Коля, говорит, зубило вспыхнуло, как спичка, меня выкинуло на 20 метров оттуда, я оказался уже на земле, он показывал эти плоскогубцы, вот ручки целые, где пластмасса, а вот там, где вот эта кругляшка, губы поплыли вот так, как воск. Значит, этот парень, который с поломанными ногами, он бросил костыли и убежал. Но потом не упал, ну, после шока, а встать не может, костыли далеко. И лежит, стонет, кричит, дайте костыли. И тут буквально прошла минута, появляется такая черная машина, оттуда выходит такая траурная тетка, подходит к ним и таким печальным голосом говорит, кто вскрыл запасной кабель шахты Засядька? 20 тысяч вольт. То есть после этого вот для него этот, ну, 220, то есть он там может лампочку в руках держать горящую, она горит. То есть как бы, вот там такой парень, приезжали, ну а... Общество там было разное, значит, приехали там такие вот эти, поднимались тогда, вот как новые русские называли. Приехали, привезли из Америки вот этот модный тогда шокер, электрошокер. И знают, что Сашка, значит, у нас электрозащищенный, типа, надо проверить. Значит, посадили Сашку, там типа, Саня, как? Он говорит, ну, чуть-чуть щипает, пахнет реально вот мясом горелым. Он, наверное, плохой, поворачивается, стоит телохранитель, телохранителя шарах или откачали. То есть вот, как бы, такая вот, вот такой вот кум, интересный человек совершенно. Анекдотчик невероятный, мы с ним в этом очень как бы, близки. При первой встрече долго очень общались, не могли разойтись, стоять.